сейчас ведем с Сашей Аделанте по-русскому. В эту субботу прилетела из России, и я поняла, что тут не хватает русского. То есть я по нему скучаю. И если... Теперь они хотят знать всякие разные вещи, типа как сказать, что ты тоже тупой. Он как бы красивый, мне кажется, язык. Какие языки ты знаешь? Русский, немецкий, английский, панджаби, спаньоль, каталан и учу итальянский. Да я вообще хочу все изучать. Ну, я бы очень хотела учить китайский, потому что он сейчас очень, ну, то есть популярный, так как все сейчас производится почти все в Китае. Если у меня когда-то будет свой собственный бизнес, и, ну, получается, что надо будет вести переговоры с китайцами, и если я ничего не буду понимать, то это будет как-то странно, и вообще производство. Вот эти два так себе, Алекс и Эйден так себе, бездельничают немного. А это Адали, да, нормально работает. Все. Вот эти два так себе, Алекс и Эйден так себе.